Горные лыжи как вид активного отдыха с каждым годом набирает популярность, особенно в нашем регионе, где есть два знаменитых курорта – Архыз и Домбай, на которых обучают зимним видам спорта. Будущие инструкторы, да и просто любители катания на лыжах, занимаются в Тибердинской горнолыжной детско-юношеской спортивной школе. Сегодня ее представителям вручили ключи и документы от нового автобуса. О значимости транспортного средства для учебного учреждения расскажет Альбина Ламкова. За новым автобусом для Тибердинской горнолыжно-детско-юношеской спортивной школы приехали руководство, тренеры и водитель Ларион Каченко. Он с особой радостью проверил и оценил техническое состояние транспортного средства. В этом деле он профессионал, и работу Ларион Каченко выбрал по душе. Опыт внушительный, больше 30 лет. Он с детства не представлял себя в другой отрасли. В горнолыжной школе Ларион Каченко работает 9 лет. Так идеально. Так вообще я вот сталкивался с этими автобусами. Сами с машинами, этот самый для падика, для вот автобуса, для этого, особенно в наших условиях, очень хороший такой этот, ну, и комфортный, и как безопасный. Вопрос перевозки детей стоит на особом контроле в Тибердинской горнолыжной детско-юношеской спортивной школе. Автобус всегда был в учреждении, но срок эксплуатации уже истек, а новое транспортное средство стало важным событием в жизни горнолыжной школы, так как без него процесс обучения невозможен. Автобус ездит каждый день и по одному маршруту. Юные лыжники тренируются в Домбае на склоне горы Муса-Читара. Мы очень рады, что министерство нам выделяет этот новый автобус, потому что детей приходится возить на тренировки обратно, особенно в условиях зимней непогоды, и когда хорошая машина, ну, надежная, и надежный человек за рулем, конечно, это уже внедряет какое-то спокойствие. В горнолыжной спортивной школе обучаются около 200 детей по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Для нашего региона эта спортшкола очень востребована, потому что выпускники нашей школы в основном работают на горе, на Домбае работают. Владимир Раздиаконов в Тибердинской горнолыжной спортивной школе обучает детей с 1985 года. Для большей части его учеников этот вид спорта стал смыслом жизни. Одна из них – Майрум Байрамкулова. Сейчас также работает тренером. Прививает любовь к этому виду спорта и обучает техническому мастерству уже своих учеников. Теперь работаем мы вместе. Почему этот вид? Ну, он, во-первых, мне очень нравится. Передача ключей и документов прошла в торжественной обстановке. Министр спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов в своем выступлении сказал, что для школы по зимним видам спорта планируют закупить недостающее оборудование и снаряжение, которое необходимо для тренировочного процесса. Эта работа у нас ведется каждый год. В этом году мы закупили оборудование для других школ где-то на сумму около 20 миллионов рублей. В прошлом году было свыше 10 миллионов рублей. Эта работа у нас ежегодно ведется. На следующий год, мы думаем, обратим внимание на школу зимних видов. Рашид Узденов рассказал о том, что зимним видам спорта уделяется все больше внимания. В следующем году начнется строительство Ледового дворца в Карачаевске. А это значит, что в нашей республике в скором времени будут развиваться такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.